Всем привет, это канал 1000 штук. Сегодня у нас на распаковке вот такая вот вещь. Значит, это Tough Case Samsung. Сейчас я покажу, что это конкретно такое, и вы все поймете. Так, в пакетике больше ничего нет. Значит, это вот такой вот кейс. Вы помните, вот у меня уже был на распаковке такой, но это был оригинал. Значит, оригинал я когда-то купил за 34 что ли евро. Потом у нас их продавали официально за 17, что говорит о стоимости закупки и о стоимости производства. И теперь вот такое вот чудо я купил на AliExpress Samsung за 3,60. То есть это совершенно практически бесплатно. Ну вот давайте посмотрим, что оно из себя представляет и насколько это качественно. Почему я купил этот кейс? Он черный. Вы знаете, что оригинал Samsung был либо серебристый, либо темно-синий. Ни то, ни другое мне не понравилось. И, в общем, в результате я тот кейс продал. Давайте посмотрим. Ну вот сразу, что я скажу. Первое, что бросается в глаза. Значит, во-первых, вот эта вот часть, вы видите, она такая чуть-чуть подмятая. Ну, я надеюсь, что это не проблема. Теперь вот у меня еще вопрос вот к этому вот месту. Ну, посмотрим, что оно из себя представляет, когда мы его оденем на смартфон. Вот. Не так элегантно защелкивается. Там прям было вообще супер-пупер. Здесь вот этого супер-пупер нет. Это вот сразу видно, что сделана такая дешевая лажа. И они, по-моему, даже... Они, по-моему, даже не магнитные. На Samsung, на оригинальном кейсе эти штучки были магнитные. Ну, окей, что есть, то есть. Давайте возьмем смартфон и посмотрим, что получается. Я так подозреваю, что придется мне носить мой вот этот вот ClearView дальше. Но, тем не менее, давайте приложим и посмотрим, как оно вообще. Может быть и неплохо. Так. Вот видите, она уже здесь одевается, начинает чуть-чуть заминаться. Вот, все, вставили. Так, что я могу сказать? Давайте посмотрим. Так, так, в принципе, все абсолютно вот идеально. Лежит как влитое, кнопки совпадают, все очень здорово. Микрофон совпадает, внизу вырезы тоже все совпадает. Защита дисплея. Экрана, да, присутствует. То есть можете вот так вот класть экраном вниз. Он лежит на вот этих вот уголках, скажем так, да. Давайте посмотрим подставка. Ну, в принципе, она функциональна, скажем. Никакой проблемы здесь с ней нет. Такой вариант тоже функционален. Но они, конечно, вот... Я, знаете, чего боюсь? Что вот 2-3 раза так вот сделаешь, оно, видите, вот... Вот уже, да, то есть оно не подмагничено и как бы вот и все. То есть я так понимаю, что если этим пользоваться, скажем, на постоянной основе, то оно будет болтаться и развалится. Ну вот я какое-то время похожу, попользуюсь, потестирую более так подробно и потом тогда... Добавлю информацию в это видео, что у нас получилось в результате. А так вообще, конечно, это вот что я хочу сказать, что черный чехол, даже такой вот, скажем, tough case, да, он смотрится лучше, чем все эти цветные. Потому что с этим смартфон смотрится нормально. У него нет вот того, что мне не нравилось, он не бросается, этот чехол, в глаза. То есть, скажем, этот, я однозначно его оставлю, чтобы им пользоваться. И вот видите, вот, вот такого не было. То есть он крутится на вот какой-то вот части, что-то немножко где-то выступает. Но в принципе я не думаю, что это как-то сильно будет влиять. Но вот то, что магнита нет, это конечно трэш и жесть. Это очень-очень скверно сделано. А так вообще как бы все хорошо. Но вот отсутствие магнитика это конечно минус. В общем, кейс неплохой. Но я потестирую и добавлю информацию, что получилось. Но за 3,60 вообще норм. В общем, дорогие друзья, дополняю про этот чудо-кейс. Я какое-то время попытался им пользоваться. В общем, что я скажу? Значит, такая проблема. Первая или не первая? Значит, вот это вот некачественная сборка, вы видите, да? Это все-таки мешает и раздражает. Оно цепляется. Следующее, что я хочу сказать, что когда у вас сюда вставлен смартфон, у вас вот это вот, оно вот так вот брякает,
Потому что здесь вот эта часть, где крепление, немножко по какой-то причине выступает. То есть у вас смартфон не может нормально лежать, он у вас ходит постоянно ходуном. Но не это главное. Это не самая большая проблема, и даже отсутствие магнитиков и нормального защелкивания, скажем, это тоже не так печально. Хотя в какой-то момент я даже подумал, что это вообще пластмасса. Но это все-таки какой-то алюминий, потому что оно не магнитится, но это все-таки не пластик. Даже по звуку это не пластмасса. Но дело не в этом. Самое главное — это запах. Я искренне надеялся, что этот запах выветрится хотя бы за 2-3 дня, но этого не произошло. То есть вот эта вот часть, которая вот как резина, она, ну, не то что воняет, да, но вы это чувствуете, вы ощущаете, что что-то у вас, какой-то запах посторонний постоянно присутствует. Так что вот это вот самая грустная тема, из-за чего этот чехол уходит в ящик, и пользоваться им, я считаю, невозможно. Так что если хотите, то покупайте все-таки лучше оригинал. Может быть, конечно, этот запах выветрится за пару недель, но я не в состоянии так долго экспериментировать. Это, мне это совершенно не нравится. А так все классно, черный, здорово. Жаль, что Samsung сам не додумался сделать черный чехол. Все хорошо, но запах, вот, на мой взгляд, это основная проблема. Так что вот так вот.